Доброе утро, ребят. Всем доброе утречко. Животные уже собрались и ждут. Они тут главные за нас. Это их не стол. Столом. Да, это их стол. Мы им накрыли. Садись. Девочки, вы что там, руки мыли? Посмотри, кто руки какая, не мыл? Какая киса. Ты руки мыла? Лосатуш. Да ладно. О, зевание тут с возгласами. Так, ребята, что? Завтрак у нас. Сергей вот это вот не хочет. Сергей объелся. Будет, да. Ленивые пирожки с картошкой, вот эти вот и фаршем. Салат у нас недоеденный, крабовый, мысленный. Тут поковыряем, там есть картошка и шашлык. И овощи у нас, редиска, помидорки. Это от шашлыка, вот это вот маринад остался. И шоколадочка. О, она тут наполовину уже пустая. Вкусный Сникерс. Все, чай пьем. Мама тоже откусывала. Я чуть-чуть попробовала, да, очень вкусная. Так, все, дети, завтракаем. Приятного аппетита. Спасибо, мамочка. Ребятки, приехали на рынок. Мы хотим посмотреть картошку на посадку, но походу сегодня выходной, нету рынка, чешу. И в колбасной за колбасой. Как же мы без нее? Без колбасы никак. Это наше все. Пробежимся, посмотрим. Есть у нас рынок. Ой. Блин, что нифига. Ага, чисто. Чисто, одни цветочки. Вот, немножко овощей. Значит, все не найдем. Цветы какие-то, смотри, классно, да? Надо мне там такое начать. Конечно, надо. Скоро поедем. Она спросит, почем? А почем цветы? Не в курсе. А, вон, 55, видишь. А, вижу, да, цены. А такие ромашки почем? Ромашки. А, чи ви не знаєте? Та ні, ми, так, звісно, там де цени, так, а то цени... Там, де цени є, ми знаємо. То ми знаємо, де мілочовка. Так. 60 оці, а тут нема цей. А це може теж? Ні, це може ромашка. Це менше. Ясно. Завтра прийшли. Та ні, ну це так. Придем. Все. А больше нам тут ничего не надо? Да нет, картошки нема. Ничего нет. Все. Выходной. Едем, ребята. Едем. Выходной день. Наверное, сажаю все огороды, да? Да не знаю. С праздники я запуталась уже с этими праздниками. Я работать хочу. Мне хлеба не надо, работу давай. Ну да. Хочешь работать, а не можешь картошки достать на посадок, блин. Приехали, ребята. Вон Костик. Костик где-то есть. Где ты, паршивец? Алло. Блин, деревья тут пораспускались, да? Да вообще, красота. Ну это смотри. Что-то, это или вишня, да? Угу. Это, по-моему, или вишенька, или черешенька. Что-то такое. Смотри, какие тюльпаны. И это смотри, наши, красиво, наши деревья. Да. Вот. Слушай, как быстро они большими стали, да? Ну. Где там Жукевич? Где Сабанавки? Сабанавки. Вот он. Привет. Жук. Жук. Подожди, я хоть двор подсохну немножко. Ты не будешь сыкать мне? Будет. Так, а где Костик? Уже куда-то умелся. Костик, а вот он, вот он, вот он, рядом. Привет. Хороший привет. Мальчишка. Такой спокойный, да? Ну. Разбираем сумки. Дали Костину покушать. Классная жизнь у него, да? Да. Мне такое. Гуляй, гуляй себе. Пришел, пожрал, опять гуляй. Да. Что, ребята, приехали? Короче, солнышко такое. Теплота. А потом, как туча нашла... Как пошел дождь, вон она ушла, смотрите, вон там вдалеке темная, видите, а тут уже светлая. Короче, как туча пришла, как начала тут лить, так уже и потопла. Нашла в холодильнике. Ребята, яблочко очень сочное. Мои самые любимые яблоки это голден. О, кот вон спускается, смотрите, по крыше. Какой-то кот.
Сейчас пойдем посмотрим. Он к нам идет. Где он? Прыгнул сюда. Блин, или он за забором там прыгнул, наверное. О, вот там заросло. А ну-ка. Нифига себе, там ничего не было. Блин. Смотрите. Там листья хрена. Ребята. А я, знаете что, короче? Все повылазило, все выросло. У меня на даче, на старой даче, никогда не было хрена. Когда идет сезон закаток, закруток, заготовок на зиму, нужен хрен обязательно. Короче, я покупала, я пыталась вырастить. Мне сестра Женя давала прям с корнем. Я сажала, он мне не принимался. Потом я купила семя, ну, именно хрена. Нифига, не смогла я вырастить. Я так переживала, чтобы здесь был хрен, и нигде здесь по территории нету хрена. Смотрите, там хрен, по-моему, растет. Слушайте. А это наша территория еще. Ну, тут часть, короче. То есть здесь буквально, если по правилам... Сейчас, ребята, вы у меня разрядились, ходила менять аккумулятор. Блин, и прям за нашими сараями... Короче, на самом деле здесь межа идет, ребята. Славик говорил, что как-то вот... Вот под дерево. Где дерево? Вот это вот есть середина. Сейчас я покажу. Вот стоит дерево. Кстати, а что оно, сухое, что ли? Вот, видите, стоит дерево. Вот это вот межа наша. То есть вон есть этот самый. Блин, как мне сюда залезть? Кстати, сейчас. Ребята, смотрите, что Юля делает. О, это хрен. Офигеть. Мне он нужен, ребята. Надо будет выбрать день как-то, чтобы Сергей тут перепрыгнул через вот, ой, через вот это все. Для чего он? Тут тоже дерево было, видите, огромное. Офигеть, это ж корнями прям под дом. Вот это да. Деревяха какая. Наши сараи. Короче, вот это вот изгородь для того, чтобы эти куры сюда не ходили. Хотя ее можно было там дальше поставить, изгородь эту. Наверное. Короче, моя идея, какая задумка, выкопать пару отсюда кустов хрена и посадить где-нибудь там, ребята. Прикольно. Сейчас мне надо слезть отсюда. Ой, нормально, все. Стою. О, я так переживала, думаю, блин, хрена не так хотела, ребята. И нема нигде вообще, а он там. Просто его оттуда выкопать, перенести, допустим, хоть сюда куда-то. Понятно, не прям нельзя там на участке, потому что он разрастается, это как сорняк. И где-то здесь посадить. О, у нас будет хрен, прикольно. Ура! Вот, а мы же решили это самое, чайку попить. Ну так, не обедать еще, а просто съесть по кусочку. У нас есть сладкая пасочка. Вот. Кстати, в комментариях написали, что действительно в Украине никогда не говорили куличи на Пасхе. То есть у нас праздник Пасха называется, а вот эти вот сладкие изделия у нас называют Пасхи. Вот. И подтвердили мои слова, что действительно это Россия, Беларусь, по-моему, куличи называют. А у нас они куличами никогда не были, поэтому этот сам, вот так, вот это там спорят там в комментариях, как правильно, кто правильно говорит, кто неправильно. Поэтому так, подтвердили мои догадки, что все-таки Пасхи так у нас и было, испокон веков в Украине. Ребятки, а что, набрали мы этих пасочек, которые по 10 гривен, они же дешевые. Mm-hmm. Я не скажу, что они плохие, они, кстати, они сладкие. Есть изюм, ой, есть вот такая посыпка, но она падает, конечно. Вот, но изюмчик мы есть. Мы подбираем, едим. С пола, да? Вот. И они сладенькие, вкусные. Это у нас перекус на свежем воздухе. Ушла. Ну. Ушла туча. Вон она пошла туда. В город. А тут уже чистенько, видите, небо. Благодать. Сейчас чаек попьем. Короче, рассказала я Сережке за этот. За хрен. Но мы точно. Надо знать, где наша межа, мы сейчас полезем. Блин. Да посмотрите, если машина, если соседи есть, то подойти спросить. А даже если часть нашего там хрена, то можно с их стороны попросить зайти, чтобы не лазить там по этим доскам.
докопнуть. Потому что если наш, например, неудобно за ним туда ходить, лазить, зачем? Мы пересадим себе. Я думаю, там кусты огромные, я думаю, что примется. Нормально будет. Жук, Жукевич. Надо, ребята, каждый день поливать траву, чтобы она взошла. Так что сейчас я этим займусь. Ну, здесь вот. А тут недолго. Ляп-ляп и готово. Мамочка видео прописывает. Да? Все нормально? Да, там заряда вот 4% осталось, блин. Пытаюсь. А он когда у меня этот самый, начинает тормозить. Ну, не, понятно. Не по-детски. Заряда нет уже. Капец. Иди подзаряди его. Да сейчас уже осталось чуть-чуть еще. Все, ребята, садимся обед. Кушать. Обед у нас. Обед у нас. Вон яйца такие красивые. Ну, каска украшена. Это Маша, дочка Сергея, привезла. И краска, сейчас она мы их все равно проступает. Поэтому руки синие. Ну, будем это же пищевая будем. Краска, так что ну, ничего страшного. По идее, да, будем синие-желтые языки у нас будут. Чай пьем, ребята, бутерброды кушаем, соус и овощи вот вчерашние, которые остались. Что-то никто особо овощи и не кушал, они пооставались. Ну, правильно, когда вот так всегда наготовишь там что-то или салаты какие-то, или еще что-то. Мясо едят, шашлыки, ну, а кушаешь, а овощи там пару схватили. Вчера шашлык что-то не очень ели, да? Ну, не знаю. Как кто, я ела хорошо. Я тоже. Так, все. Ну, они же просто приехали, они же были утром. Да, они же на шашлыках были. А к нам после обеда приехали, это еще. Мы же наелись. Так, все, приятного аппетита. Спасибо, мамочка. Та-дам, ребятки. Та-дам, ребята. У нас ужин. Ужин, да. Я приехали, успела в магазин сходить, покупочки вышли на канале «Цены нет». Кто не смотрел, смотрите. Вот она, кисаласа. Да, так, тебе майонез. Сергей кушает борщ, который я вчера поздно вечером наварила. Отварные яйца, это которые мы, ну, красили. Ну, мы не красили наклеечками, а клеивали. Острый перец, хлеб, больше ничего. У меня шашлык, Сергей отказался, не хочет. Сказал, что мясо уже переел, не хочет мяса. Вот, а я доем. Мне нормально. Приятного аппетита, мамочка. Спасибо. Вот так вот мы и ужинаем. Животные встретили, соскучились, покушали. Хоть и покушали, а, конечно, шашлыком пахнет, а они и прыгают, чтобы тут хотя бы не поесть, так понюхать. Да? Бо мама не даст, у мамы мало. Если бы было больше, я бы дала, а так нет. Может, один кусочек на двоих. Может быть, если они будут хорошо себя вести, поняла вас? Все, ребятки, на этом заканчиваем. Всем спасибо, заходите к нам еще в гости, пишите комментарии, лайки, ставьте и подписывайтесь на канал. Все, пока-пока. Пока-пока, ребята.